И всем привет, ребята, у микрофона, как всегда, Гейм 4.1, и добро пожаловать на новый ролик. И сегодня мы с вами будем выживать на вот одном таком вот блоке, да, вот таком вот, ребятки, столбе. Мы сегодня попробуем здесь выжить, как бы, да, и наша главная цель — добыть алмаз. Ну или еще обязательно нужно сходить в ад. Итак, что ж, погнали! Hold up. Итак, вот мы находимся на вот таком вот столбе. Главное здесь не упасть. Я обращаю внимание на вот такие вот постройки. Это просто я тут немножко шалил. Ну и, собственно, давайте добудем наш... Мы добыли бревнышко, давайте еще добудем. Еще, наверное, 4. 3, да. 3 еще. Так, раз, два. И третий мы, собственно, добываем. Вот у нас уже 4 деревца. Так. И перекрафчиваем все это. И делаем дусочки, потом делаем палочки. И у нас начался дождь. Секундочку. Бог Майнкрафта, пожалуйста, убери дождик. Конечно, сын мой. Спасибо, бог Майнкрафта. Так, вот, собственно, бог Майнкрафта нам делал одолжение. И, ребятки, он убрал нам дождь, потому что так невозможно выживать. И, кстати, не обращайте внимания на вот эти вот иконочки. Не обращайте внимания, я читерить не буду. Так, собственно, давайте еще сделаем палочек, пожалуй. И сделаем себе кирку. Деревянную пока что. Ну и, наверное, сделаем с вами топор. Потому что у нас тут дерева очень много. И давайте, собственно, срубим. И, кстати говоря, давайте добудем наш верстак. Возьмем его с собой. Чуть не упал он. Он чуть не упал. Давайте добудем абсолютно все дерево, которое у нас тут имеется. Заберем его с собой. И нам нужно спуститься камнем. Сколько там дерева-то? А, ну еще два блока, вот последний. Все. Так, мы добыли там 4, да? Получается, у нас 15 дерева было. Сейчас у нас 11. Ну, берем вот кирку и начинаем гробастать. Сколько там надо? 11 штук? Да. А, ну да, 11 штук нам нужно всего лишь-то. Для печки и для кирки. Опять делаем, не делаем, а ставим верстак, делаем печку и делаем обновочку, то есть новую кирку. Старую мы убираем и идем дальше. Так, давайте ломаемся, стачиваем и, собственно, опять добываем камешек. Спускаемся к третьему ярусу, к углю, да. Да, у нас их тут было 3 штучки, будем экономить. Ну и теперь давайте к железку. Железку, конечно же, давайте мы добудем штучек, наверное, 6, да. Вот 6, да, штучку. Там еще 5, что ли. Собственно, ставим печку, засовываем туда уголючек. Давайте сначала кирку, а потом уже и уголечек позасовываем. И, собственно, ждем, пока у нас все тут переплавится. Так, уже прошло где-то минутка, и у нас, кстати, уголечек-то весь сплавился. А, кстати говоря, давайте сделаем древесный уголь. Наверное, да. Потому что, ну, на всякий случай, мало ли чё. Кстати, как нам спуститься дальше за железком? Ну ладно, придется, ребята, ждать. Вот тут у нас уже второе бревно делается, плавится, да. И вон древесный уголь, ну, на всякий пожарный, да. Ну и, собственно, наверное, мы уже можем ломать печку и дальше продолжать копать. На самом-то деле очень сложно так вот не упасть, да.
Нет! О, нет, ребята. Ладно, секундочку, подождите. Воу! Фух, вот это да. Спасибо бог Майнкрафта, что меня возродил. Фух, да, блин, не ожидал, что я вообще упаду. Как-то очень быстро. Я даже не успел ничего сделать. Ну ладно, собственно, продолжаем копать железо. Спускаемся до следующего уровня. И, кстати говоря, у нас уже тут алмазики. Нам еще нужно побывать в аду. Так, собственно... Ставим мы, наверное, вот так. Ставим мы, наверное, вот где-нибудь здесь. И начинаем снова крафтить. Крафтим, значит, кирочку. Железную. И буквально 3 алмазика нам хватит. Да, 3 алмазика нам хватит. Делаем палочки. И делаем алмазную кирку. Да, вот так вот. Делаем нашу обновочку. Так, это мы убираем лишнее, чтобы нам ничего тут не мешалось. Вот это нам пригодится еще. Все, наверное. И можем уже отправляться. А! Да блин! Полсердечка. Бог! Ты пахни меня! Фух. Спасибо, Бог! Так, я вроде бы хотел добыть этот прекраснейший верстак. Будем его давать. Ой, не упади. Фух, меня еще этот дурацкий слизень убил. Да, вот в чате, посмотрите. Ну ладно, собственно, продолжаем копать. Алмазики. Наверное, я еще сделаю броню себе. Нам еще нужно побывать вообще-то в аду. Так, лотерея на лайк. Ну блин, ну с третьего раза что? Ну, да блин. Придется опять копать этот к чертов гравий. Да блин, опять дождь. Бог Майнкрафта, можно тебя попросить? Убери его, пожалуйста. О, так, наверное, уже убираюсь. О, спасибо. Так, ну давай уже копайся, чертов гравий. Да. Ой, ребята, он сейчас будет очень долго мне мозги компостировать. Ну, все прям как у фиксара. Да ё-моё, да что ж ты будешь делать, брат? Вот. Ты издеваешься? Я что-то не так сделаю. Делаю. Ребята, собственно, ждем, пока я этот чертов гравий. Я кремень этот добуду. Да, ребята. Он мне сразу же добылся, как я выключу запись. Походу, мне ничего нельзя делать на записи. Ну что ж, теперь нам предстоит очень долго копать этот обсидиан. Нам нужно так. Два так. 4 так. 12 что ли штук, я точно помню. А, 10 нам штук нужно. Нам нужно 10 штук. Надеюсь, они тут есть. Эти 10 штук. И нам еще нужно как-то попробовать построить этот портал, поскольку это будет очень сложно. И, кстати говоря, мы уже практически на земле. Добыли уже 5 штучек. Идем дальше. Так, сколько там у нас? Ну, много еще обсидиана. Там уже идет так слизень. Кстати, мы их выключим. Там дают они мне. Так, 10 штучек, насколько я помню. И, блин, долго этот обсидиан копается. Очень долго. Вот 9 штучку копаем. И 10, давай. Юху, давай! Есть! Фух, все. А, блин, мы немножко слезли. Ну, давайте последний, 11-й обсидиан добудем. Вот так. Да, пожалуй. И мы, кстати, добрались до батарака. У нас был вот такой огромный столб, и мы спустились, собственно. А, давайте, кстати, поднимемся на чем-нибудь. Я не знаю даже на чем. Ну, ладно.
из расхода немножко кидывать, да и гравий. Он мне нужен. И давайте здесь сделаем какую-нибудь небольшую площадку, что ли. Потому что, ну, я выйду из ада и, наверное, провалюсь. Поэтому сделаем какую-нибудь небольшую площадочку, чтобы нам было, во-первых, легче строить, а во-вторых, чтобы я, как я уже говорил, не выпал. Итак, вот так. Так. Затем мы ставим здесь вот камушек, любой блок. Потом, наверное, три вверх, да? Раз, два, три. Потом я делаю так, да, насколько я помню, и вот так. Все. Собственно, мы добыли, все сделали. Теперь создаем зажигалочку. Ух, и поджигаем. Все правильно, все правильно. Вот такой у нас красивый портал получился. И, собственно, выполняем наше задание. Немножко накопаем там камушка. Ух, так, где мы тут заспаунились-то, а? Ой. О. Ну, кстати говоря, знакомо что-то. Я как будто здесь уже был. Прям на этом месте как будто бы был. Ну, давайте немножечко покопаем здесь камушка адского. Магму, кстати, добудем, да? Э, магма. О, нифига себе, а ты что тут делаешь? Немножко не ждал. Нежданчик вышел. Нежданчик, конечно, да. Да, вылезем. Такс. Давайте еще тут магму добудем, чтобы уж она не обижалась. Много магмы надо. Ой, ой, блин, шифта сошел. Ну и, собственно, ладно, мы можем уже отправляться домой. И нашу главную цель мы выполнили. Выполнили наше задание. Нашу цель мы выполнили. Мы добыли алмаз и сходили. Немножко там добыли. Немножко кусочек. Прям мизерный добыли. Овца. Чики-бомбони. Чики-бомбони споем. Чики-бомбони включим для наших подписчиков. Че, ты не хочешь петь с нами чики-бомбони? Ну, ты, конечно, неплохая. Но все равно я ее включу. Да. Ладно. Собственно, надеюсь, вам ролик понравился. Не забудьте поставить лайк, а также оформить подписочку. Это, ребята, обязательно. Это, ребята, очень прям обязательно. Если вы подпишетесь, поставите лайк, напишите комментик, вопросик. Напишите вопросик к 30 подписчикам. Я на них обязательно отвечу, когда у нас будет целых 30 подписчиков. Не забудьте ставить лайк, как я и напомню вам. Подписочку обязательно оформлять. Всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока. Ну а сейчас, как я обещал, трек Чики-бомбони. Чики-бомбони или чики-бомбони, никто до сих пор не знает от латини. Лошадь не агрессивная свинья, но необычная овца. Это вам не просто мем, это настоящий сленг. Чики-бомбони правит миром, у них огромная семья. Чики-бомбони, чики-чертила, чики-бомбалейла, чики-бом-бом. Чики-бом-бьюти, чики-бом-бляй, чики-бом-бибил, чики-бом-бай. Чики-бом-бом, чики-хот-дог, чики-бомбони, чики-бом-брики, чики-мак-наги, чики-бом-басти. Чики-бомбони — это не кафе, пиццу наш кудрявый друг не ест. Но зато плодится как хомяк, все мои друзья не просто так. Чики-бом-бони. Чики-бомбони, чики-блюблёни, чики-бомбомба, чики-чернозёмни, чики-бомбони, чики-компони, чики-бомбони, чики-бомбонорги, чики-бомбоника, крафто-бомбони, чики-бомблёни, микро-бомбони, чики-бомбжокер, чики-мафиозник, чики-бомб-гитара, чики-бомбатон, чики-бомбетони, чики-бомбатайн, чики-бомбони, чики-бомбу, чики-бомбадор, чики-лысина, чики-хайпова, чики-бомбанёна, чики-бомбони.